Я научил Плохотнюка с Дадоном по-настоящему любить Родину. Они уже не ходят с концертами с лаутарами по селам. У нас уже Плохотнюк на концерт привозит кого? Киркорова, Баскова, там, Тота Кутуня, других артистов. Почему? Потому что сложно после того, как к Усатому приезжал неоднократно Стас Михайлов, София Ротару, тот же Лепс. Григорий, благодарен всем, кто меня поддерживали. Пожалуйста, я им задрал планку, пусть работают, пусть хоть часть награбленного я тратил свои, те люди, что украли у людей, через миллиард, через отманивание, пусть хоть что-то вернут людям, понимаете? Поэтому вот, привозили, Лепс приезжал, когда в Бельце мы закладывали памятник Высоцкому. Сегодня мне многие, а вот Лепс приезжал за Дадона. Говорю, знаете, Григорий артист, я рад, что Дадон дошел до возможности привозить в Молдавию Лепса уже он. У меня не было никогда монополии, понимаете, они. Но если они уже взяли с Плохотнюком лямки, пусть Плохотнюк не делает дороги во всех городах, где у него примара, пусть делает по всей стране. Вот сейчас Плохотнюк с Дадоном, вот болельщики футбольного клуба «Заря» могут написать письмо Дадону. Плохотнюку. Дадон сегодня является одним из самых богатых людей в Молдавии. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Одним из самых богатых людей в Молдавии. Он зарабатывает сегодня в месяц несколько миллионов долларов. Для него не проблема сегодня тратить 100 тысяч долларов в месяц на футбольный клуб «Заря». Игорь Николаевич, пожалуйста, пусть Плохотнюк вместе с ним финансирует пополам. Пожалуйста, Дадон, ты у нас уже мультимиллионер, Игорь Николаевич. Сделай людям тоже пару концертов, ничего страшного. Но если ты будешь делать концерты, а через день врать людям, Игорь Николаевич, спустим мы тебе шкуру, будем солить ее политическим пеплом твоих партнеров.